Ну, нам надо это куда-нибудь приехать, занять место и смотреть, куда его переместят, а уже потом. Я бы ты сразу хочешь прям? туда полетел, ближе. Да, туда. Буду сразу туда ходить. А вот смотри, прошлый раз предыдущий прогон, мы я бы за красных играл, полетели сразу и влетели на зеленых, где они там что-то тусовались, и РПГшка прилетела сразу в машинку, и все сгорели. Не знаю, хочу быстро. Не знаю, я тоже хочу полететь прямо. Бисмут, го с тобой, тут две машины же. Да, го. Сейчас если сверху, тут на этой высоте имеется в виду, да, сверху. Да, да. Ну давайте. Ну я бы как пулеметчик там. Мы на высоту едем. Окей. А мы уже подъезжаем к базе вражеской, вон. Да. А мы сверху будем крыть. Но мы тогда высаживаться не будем, по пути, нет. Подождите, ну хоть как-то. Поздно. Да давайте высаживайтесь, я а машину. Их там нет, их будешь... там нет. Их там нет. Понял. Их там машинки нет. Отходите, я сейчас буду выковыривать. За вами? От нашей горы на 220. Ну, я не знаю. Следующая гора, короче. Ну, понаблюдайте пока. Так, я пойду спущусь, но ничего. Так, мы ровно на знаке вопроса, здесь вот нет нихуя. Пока смотрим, значит. У нас самая господствующая высота здесь. Маш, супс, 250, 230, на горе, 230, от нашей позиции. 230 вниз едет. Преследуем или наблюдаем? Проехал с красными на юге. На дорогу выезжай, сейчас буду с АТ-шки работать. Точно, вы... точно. Остановились. МК наши? Вот, наши. Да, вижу. Сейчас на ГП-шим. То есть мы по тебе стреляем. Тебе к заводу. Да не есть. Минус ворот. Я держу еще. Стой. Хочем отдать. Вообще непонятно. Где тут свой, кто где чужой? Круяйся по всем. Твоя. А, в смысле, ты живой? Прямой белый пустил. Да. Прямой враг? Нет. Да. Сейчас стрелять буду по кому-то из... Под огнем свой, нет? У нас в лесу здесь впереди, азимут 200, елочки внизу. Противник. Они рядом, да, противник. Понял. Метров 400 перед заводами, перед этими, перед строениями, дом. Перед городом, короче. Лес, и там, в низине. Поняли?
нахуй в бой вступать. Посмотрим, куда мы идем. На юге. Ну давайте свалим отсюда тогда. Так. Мы с вороном проебали технику, это до пешком пойдет, это вот да, у нас отлавливает. Давайте мы снимаемся тогда отсюда. Хорошо, или... давайте. Это будет оптимальнее, чем просто сейчас воевать. Пусть с ними воюют те, кто на суде. Да. К су... к этому, к хаме, вандаку возвращаемся. Все вернулись? Нет. Ой, ждет. Кого ждать? Кого нет, ждать? Ждали, сейчас. Да. Я заключил. Так, не знаете, я отбиваю КВ-ху, тогда может и сдвиг не делать. Дуже кого ждать еще? Все, уезжаю. Я здесь, но уеду. А, уеду тогда на другую сторону. Стой, 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 я за тобой. На север, все, стою. Тут стреляли по нему, по мне. Так, куда едем? Я что-то знак вопроса не вижу. А, все вижу. Он на, вообще на западе. К нему, может, поедем? На север, на юго-запад едем, наверное, да? Вообще есть кто на кого? Мыс юго-западный, самый крайний. Ага. Видно? Да-да-да. Я вот сейчас еду по этой дороге, здесь я выйду? Или нет? Ну ладно, сейчас сориентируюсь. Перед нами. Перед нами, да. Высадка, стоп. Охренеть, высадка. Ранен. Да, давите. Потери есть? А вы живой вроде нет? Живой, живой. Пулемет точно был. Ну и куда? Че, принимаем бой? Тут вариантов нет. Так, я убежал на север. Обходи. Я, вернее, может... я остаюсь, обходите там кто может. Я просто их не вижу даже. И нашел просто кто там возле машины. Да, нашел. Вообще не видно откуда. Калаш с фланга. С 50 где-то. Нас, кстати, могут тоже обходить. Так, и есть, идет, бежит. Вроде бы проранил. Блин, не дает высунуться. Вроде убил. Добил. Минус один, наверное. Обожи. Понятно. Печеньку бы эту найти, где она сидит.
Вообще непонятно. Я не знаю, откуда она бьет. А, вижу, вижу, вижу. Далеко? Скажите. Атлантака 65 примерно. На склоне там камни, много-много камней в них маленьких. Кто-то сидит. Потерял из вида. Короче, ориентир, там какая-то вышка красная, вот на нее если смотреть, от нее правее камня где-то. Склоном ниже к нам. Попробовать суд этот ландак вытащить. Да, ладно. Может, это уходим отсюда? Куда пойдем? Предлагаю на запад сместиться, вниз. Блин, тут даже выйти негде, черт. Везде возвышенность. Сейчас я посмотрю. Так, я жив, ты жив, еще кто жив? Нас двое, что ли, только? Получается. Черт. Ну, слушай, по мне никто не стреляет, я уже так нагло свечу здесь. Далеко от меня ушел? Да я на север немножко сместился. Хочу этого раненого бедолагу посмотреть. Походу они ушли. Сейчас я с него рацию сниму и вернусь к ландаку, мы возьмем ландак. Все, взял, возвращаюсь. Живой? Черт. Перевязываю. Наверное, да. Еще стекаешь. Я думал, был не один. Да. Так, морфин. Да, ты подействуй. Так, хорошо. Первую мою помощь ты сам можешь оказать. Хорошо. Ну, это не печенек, ё-моё. Я встал. Да нормально, ничего.
вопросик. А они его почти доставили, черт. Давай, вон так садимся, попробуем догнать. А чё? Да. Вот уроды. Нет. Нет. Они нас слушают, скорее всего. Давай сдвиг делать. На сдвиге. А ты? Сделал сдвиг. А, наверху, наверху. Нет. Где-то рядом. Вон он, вон он, вон он, вон он. Чёрт. 50. Здесь? Азимут 50. На 50 он рядом здесь, буквально. Прием. Да, отлично. Он здесь вот на 50 рядом практически. Загребнем вот этим. Че? Понял. И они наверху еще там на горе. Ты хочешь попробовать обойти? Не-не-не, я просмотрю. Хорошо. Там же? Нет, в смысле, с моей стороны хорошо видно. Понял. Контроль.
он там не ушел? Вижу. Да. Охренеть, у меня впервые магазины закончились у меня в армии. Мне есть, у меня в рюкзаке. Давай по его маршруту пройдемся. Что-то мне уже сидеть на стенде, его мы сейчас атакуем, короче. К ним пойдем на горку. Ну тут типа скачинка еще живая. Да. Ты мидкит на себя применю же, да? Ага, сейчас. А, ну первый раз, да. Что ты кряхтишь? Все равно плохо. Понятно. Как же там и вин шел. Но он был с калашом, да? А он между, ну короче, на юге. Его убили. Поднимайся вверх. Азимут. Попробую. Вилк. Упал. В джинсах, чувак. Нет. Может быть ПКМ. Не печенек. Ну, короче, нет, у него калаш. Какое-то легкое. Иду на него. Эмк. Калаш. Умер.
Наверное, убежали. А может, перебились их. На горе, прям позади нас, на скале стоит. Сверху. Прям на камне стоял. Азимут 240, прям сверху, вон лежит труп. Он с РПГ стрелял. Пойду поближе подойду. Давай, давай. Hey, wake up. Что-то меня там покают. К подножишку скалы подхожу. Hey, wake up. Говорят мне, он погиб. Ну. Так, ты чего? Я вот думаю. Искать этих. Машинку-то нашу спалили, наверное. Там вроде. А на чем они приехали? Да я возле скалы здесь скручусь. Я машинку хочу посмотреть, целая, не целая. Ай, колеса вымели, черт. Куда? Куда-нибудь сместимся на своих двоих. Да. На запад, наверх. А, вон метку поставили, ПВП-зону. Предлагаю двигаться туда. Пошли. Сто Ну она вон, видишь, лагуна такая, заводь, она вот след за ней. Ух! Со спины. Живой?
Давай, отползай. Я его вроде грохнул. Сзади был, да? Да. Сбиваю. Что там, у тебя есть чем лечиться? Он близко был? Да, ну примерно метров 50. Но он косой. Он вернее вот тебя пытался убить, не смог. Что там, нормально? Да, нормально. Hey, wake up. Полтора кого? Первая помощь. Предлагают рубить, ладно, рубим. Уже второй раз мою жопу спасаешь. Угу. Да. Норм замес был. Да, фу, наверное.